Телеканал «Универ ТВ» уже много лет дарит зрителям ежедневные выпуски новостей, которые помогают оставаться каждому в курсе последних событий. Ведущие новостной программы в основном студенты разных факультетов и институтов, которые готовы научиться основам работы на телевидении, попробовать себя в роли самого настоящего диктора и улучшить навыки ораторского мастерства и работы на камеру. Так, 10 ноября «Универньюз» объявляет кастинг телеведущего, где принять участие может каждый. Состоит он из двух основных этапов. Во время которых руководитель службы новостей поможет участникам выявить основные ошибки и трудности говорения и работы с камерой. Главным призом станет возможность стать не только постоянным ведущим ежедневных выпусков новостей, но и других научно-популярных программ, которые совсем скоро увидят свет. 10 ноября у нас стартует ежегодный кастинг телеведущих, стартует первый этап, он будет проходить в два этапа, это сразу я раскрою некоторые такие тайны, да, подводные камни, так скажем. Приглашаются студенты и не только, всех возрастов на самом деле, девочки, мальчики амбициозные, харизматичные, которые не стесняются камеры и которые хотят попробовать себя в роли настоящего ведущего телеканала. Одним из тех, кто стал победителем кастинга телеведущих в прошлом году, Максим Мартынов. За время своей активной деятельности он стал постоянным ведущим новостей и всегда отзывается об «Универньюз» как об источнике опыта и новых знаний. На кастинг студент пришел вместе со всеми и смог проявить себя как человек, который готов учиться и принимать новый опыт. С тех самых пор Максим в составе еще нескольких лидеров прошлогоднего кастинга попробовал себя и в роли корреспондента, и в роли ведущего. На данный момент новый отбор телеведущих даст возможность новостной и другим программам увидеть новые лица и дать каждому желающему попробовать свои силы на телевидении. Кастинг проходил следующим образом тогда. Мы все собрались в одном месте, записывались тогда вот в такой маленькой студии АСБ-41. И, естественно, ты рассказывал о себе. Затем ты, естественно, читал какой-то отрывок из новости. И, соответственно, отсюда уже определяли, будешь ты ведущим или нет. Как ни странно, я даже был в шоке, когда попал в списки, а спустя потом несколько дней я провел свой первый прямой эфир. Напомним, что первый этап кастинга будет проходить во втором высотном корпусе уже 10 ноября. Все желающие могут прийти и дать волю своим ораторским способностям, своими глазами увидеть студию записи новостных выпусков изнутри и овладеть навыками работы с телесуфлером. И помните, что стать звездой телеканала «Универ ТВ» может каждый. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, «Универньюз».